Сегодня у нас 25 сентября 2015 года. Вот мы работаем уже на Костровом пруду. Да недалеко он там лагерь стан у нас находится. Детский православный. Вот и здесь мы ограждаем, промыв, чтобы никакое животное не упало туда. Здесь потом прокопаем. И у нас вода будет уходить с пруда, чтобы не размывало плотину. А вон коровки идут на дневное лесбище. Пригоняют часа на два, а потом обратно на пастбище выгоняют. Это у них тут водопой. Торопятся, пить хотят. Хоть и на улице не жарко, но все равно. Вот Сергей, брат, работает Попков. Сейчас посмотрим, чем Игнатий с Никитой занимаются. Вот. Столбушки осмоляют. Ну не гляди туда, сказал, заваливай скорее. У меня никак не толкушку бери. Давай, скорее. Они гонят. Давай. Давай скорее, да, пока корову там, вон он будет. Что-то нападет на нас. Давай. Все. Какая стоит? С этой стороны, ногами хотя бы подвинь. Хотя бы ногами подвинь туда. Давай. Делай. Ну все, дымок пришел, черный как сажа. Добрый день. Спаси Христос. Да здесь будет промыв прокопа. Никита, а? Подойди сюда. Работкой с машин, с тракторов. Барабаш нам Игорь дает. Торец не просмолили. Пройдут, мы проход оставили. Ты видел как? Проход полностью. А тут закроем вот это до прохода. Иначе они опять его весь разнесут. А тут у нас 3 метра сток будет. Весной не надо будет вам мучиться с ним. Ну так думаю. Вот, гляди, собака их гонит, гляди. Да-да. Подогнала, все. Пасет, пастух.
что значит жизнь в деревне-то, а? 20 лет еще полубили деревень. О, ворос идет, скрывай аппаратуру. Гляди, какая ворос стоит, закрой ее. Слава Христу. Ну что,